Из обнаруженных массовых захоронений в Карабахе было эксгумировано значительное количество останков. Военная прокуратура распространила в связи с этим сообщение. Совместно с представителями соответствующих структур в селах Дашалты Шушинского района, Эдили Ходжавенского района, Сырховент Агдамского района, также в селе Фарух Ходжалинского района и на других территориях из обнаруженных массовых захоронений было эксгумировано значительное количество останков, предположительно принадлежащих лицам, пропавшим без вести в период Первой Карабахской войны. Были назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы останков данных трупов и направлены к исполнению. Приняты другие необходимые меры. В военной прокуратуре продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с фактами войны, терроризма, умышленного убийства и других преступлений против мира и человечности, совершенных вооруженными силами Армении и незаконными армянскими формированиями против нашего народа.